Как удалить двухсторонний скотч с машины, когда, вот, допустим, ветровики переклеиваем, ветровик сняли, а скотч остался? Смотрим в интернете, много народных методов. Берем подсолнечное масло и идем жарить картошку, потому что подсолнечное масло не для этого. Мы вчера смотрели с сыном фильм «Поезд на Туапсе» про зомбаков. Так вот, сюжет многих роликов из интернета такой же фантастический и надуманный, как сюжет этого фильма. Ну и есть, типа, оно снимает скотч. Помазали машину маслом и начали снимать двухсторонний скотч. Чушь это все. Есть специальная насадка на шуруповерт, которая называется карамелька. Так, вот она, карамелька. Цена около 400 рублей. Если хотите использовать что-нибудь типа лезвия и прочего-прочего, будьте уверены в своих силах, иначе пробовать не стоит, иначе зафаршмачите всю краску, поцарапаете, потом это будет ржаветь, так скажем. Карамелька стоит порядка 400 рублей, ну, может быть, чуть выше. И пользоваться ей тоже надо уметь. Сейчас быстро покажу, как она работает. Но это на данный момент, по моему мнению, лучший способ избавиться от двустороннего скотча. Вот имеем скотч, вот имеем шуруповерт с карамелькой. И погнали. Я обычно на него наезжаю. Так она отдирается от поверхности и откидывается. Обороты большие не даем на маленьких оборотах, но давим достаточно сильно. Следите за краской, потому что нужно все время двигать туда-сюда, дабы не пережечь краску и не содрать лак. Иногда вот здесь появляется часть, которая не отдирается. Это из-за того, что предыдущие хозяева часто подклеивают молдинги всякие, ветровики суперклеем. Он кристаллизуется и получается пиздец. Вот до сюда дойду, покажу. Остается белесость, ее можно легко убрать растворителем или обезжиривателем, но только быстро и аккуратно. В своем процессе, вот видно, в процессе жизни видно, вот карамелька быстро изнашивается, от нее летят хлопья, и таким образом она связывает клей, это нормально. Смотрите, Stop User Line, для тех, кто загнался, эта линия говорит о том, что карамельку пора менять. И не пытайтесь дальше лезть, потому что там внутри впаяно железное кольцо. Просто железяка, когда оголится, вы зафоршмачите то, что очищаете. Stop User Line. Все, в общем, я против адской глупой самодеятельности. И пользуемся хорошими, проверенными, профессиональными методами.